Я смотрю, я чат не вижу. Зашибись. Зашибись вообще прям. Его нету. И где мне теперь чат найти? Я буду без чата. Ой, блядь. Не ушивается? Так, сейчас будем настраивать дальше. Блядь, у меня сегодня стрим настройки, я херею. Господи, зачем я обновила эту фигню? Ладно, что теперь? Если что, я не вижу, что вы пишете, можете хоть записаться мне. Я ничего не понимаю. Почему он мне ничего не сохранил? Так, чат добавили. Сейчас будем проверять. На стрим нет. Вот так, наверное, надо. Так, дальше. А ну-ка напишите мне что-нибудь. Я вижу, нет? Или поди сейчас галочки не там тыкнула, и будет видно на стриме, а не у меня. Блин, я ничего не вижу. Охрененно у меня сегодня утренняя разминка, стрим, все сделала, что хотела. Просто вообще мега хорошо потренировалась. Пришла за полтора часа, думала, ну за полтора часа и музыку выберу. И... все сделаю. Так, все должно везде показываться. Что? Что не так? Что я не так сделала? Почему я опять ничего не вижу? Зачем я вообще сегодня стрим начала? Блин, как меня это бесит! Так, сейчас еще раз.
Пожалуйста, хоть бы все получилось. Так, все. Все верно. Окей. Теперь раскрываем. И вот так галочку ставим. Все, проверяем. Так, теперь попробуйте что-нибудь в чат написать. Если вы что-нибудь в чат... О, увижу! Боже мой, чат, я вас вижу! Ура! Все получилось. Так, ладно, у меня всего... Боже мой, у меня так мало времени, капец. Я не хочу работать. Мне нужно достать все для тренировки. Ладно, хватит мыть тряпка. Хватит мыть. Все, настроили чат, видно. Все работает, ничего не глючит, правда ведь? Где мой проводочек? Где все мое? Там... А где он? Где? Вот он, вот эта мне штучка нужна. Мы сейчас подключим телефон. Представляете, это я хотела начать стрим. Я приехала на работу в 35 минут. 35 минут я быстро забежала, включила и поняла, что у меня ничего не работает. И вот я почти больше, чем полчаса все это теперь переделала, настраивала. Это так стрёмно, когда вот так все ломается. Какой раз зарекалась, что нельзя обновлять приложение, потому что эти криворукие не умеют вообще ничего делать. Криворукие ублюдки, фу-фу. Когда же выпустят нормальное уже стриминговое приложение, которое не косячит так жестко? Представляете, я его обновила, он мне говорит, у меня не работает микрофон. Тёлочка, у тебя что-то не работает. Я ему говорю, у меня все работает. Он говорит, нет, что-то у тебя с микрофоном. Все. Жопа больше стала, да? Не знаю, сейчас проверим. Пойду переоденусь и вернусь. Пойду к вам переоденусь и вернусь. Кто будет выпускать приложение StreamWaps нормальное? Hello, Snake. Все, пошлите. А вы пока подумайте, кто будет StreamWaps выпускать мне. Мы сейчас пьем кофе. Ой, Инсавня, привет. Алисе настроить. Зачем Алисе настроить? Не надо Алисе настраивать. Наш утренний заряд бодрости. Подождите. Сейчас я еще кое-что достану. Сик банана. Так, еще, о, печенька. Так, мой завтрак готов.
How are you? I'm fine, thank you. Так. Кофе? Or no? Поднимай мне настроение, да? Ну, привет, Сережка. Давай тебя не видел. И ты меня, наверное, тоже. Where's the money, Lebowski? Проверка донатов. Всем пухляшам на этом стриме привет, Олеся Чилд. Спасибо. Спасибо за проверку донатов. Ставила только сейчас алерт, но правда думала, что не будет работать. Спасибо. Сейчас будем ставить ту музыку, которую вы мне выбрали. Попробуем под нее потанцевать. Ага. У меня завтра, я перепутала, не в субботу выступление, а завтра. Завтра же 23-го, 4 часа. Все, я должна уже взбодриться, да? Конечно, Сереж. Скри! Просто я говорила 23-е, у меня почему-то суббота. Не надо говорить, что это правда. Я не верю, нет. Я помню, как сказала 23-е, а потом говорю в субботу вот так. Я помню 23-е, но почему-то думала, что это суббота. Я так лоханулась, что я готовилась. И только вчера я узнала, что оказывается 23-е это воскресенье, я затупок. У меня самой все планы поломались. Когда елку-то наряжать буду? Сегодня, что ли? Я завтра хотела елку наряжать. Короче, жесть. Прости, Илюш, если это правда. Ладно, последний глоток кофе, идем тренироваться. То время вообще мало. Время очень мало. A little time lost. Вот и я тоже. Как же елочка? Мне нужно либо сегодня наряжать ее после работы, либо я не знаю, когда. Я уже хотела печеньки в понедельник печь вместе с Света, ну, уже под елочку. Ну, посмотрим. Песенка прикольная, сейчас нужно ее заново включить. А давайте я вас, наверное, знаете, куда унесу? Don't know what us saying work with time. With me. Work with me? Work with me. Ладно. Ой, а я знаете как? Я же забыла, что я вас перецепляю. Сейчас. Все, вот так вот точно надо будет. Потом, когда девки придут, я буду уже это самое. Можно скипнуть сон и наряжать елку. Нетушки, я только восстановила свой сон нормально. Спасибо, нет. Bad idea. Так, вы у меня сюда придете. Свадьбу отменил. Ой. Олеся, когда елку наряжать будешь? Милаш, меньше чем... Спасибо за донат. Я хочу елку нарядить сегодня или завтра. Вообще планирую. Спасибо. Yeah.
слышно, когда там пульт всегда кажется, у меня сообщение приходит. Очень похоже. А я придурок дэнсю тут. Даже. Клямка отстегнулась, а не... Чуть не Ребята, они не разбавили спирт. Ты похудела, Лесь. Да неправда. Play what songs again? Snake Rogers. No, I next song. Мне вообще нужно теперь включать то, что есть. Что это такое?
общем, ребят, спасибо, кто помогал искать. Сейчас посмотрим. Я пока буду отрабатывать движения, которые я планирую в танце впилить. Вот. Блин, лямки переключились. А может быть, вообще под эту станцевать, под звуки блогеров? Ладно. Движения. Те, которые получаются... Нет, звуки блогеров, вот я и думаю, они, наверное, не пойдут в тему, в смысле, не подойдут в под стиль стиляк. Да? Попробуем? Проверяем, подойдут ли под звуки блогеров, если я буду наряжена в стиляк, типа... Стиляги подойдут, нет? Стиль, стиляги надо. Вот если подойдет, я под эту музыку станцую. Не, ну музыка-то, конечно, классная, но имеется в виду, нужно, чтобы она подходила. Нет? Да. Ну, мне кажется, чуть-чуть подходит. Чуть-чуть только. Да ей не надо прям тому, что сел, чтобы все подходило. Можно, что чуть-чуть и не подходило. Я думала, главное, знаете, главное стиль, типа одеться, не? Вообще не подходит. Что совсем? Мне показалось, чуть-чуть подходит. Ну ладно, следующий трек. Следующая песенка.
Никакого энтузиазма. Ничего нету. Полный булщи. Дерьмо, кусок говна. Тупого говна, Аккуратнее за станком, ты нам здоровенько нужна. Не травмируйся, мила, хорошо. Бальтазар, отстань. Так, сейчас я запишу. Глянь клипы, как под это танцуют. Да не хочу там это делать, что как бы они ни танцевали, я не хочу так танцевать. Мне это не нравится. Вообще не понятно. Ставлю начало какое-то, наверное. Спасибо за донат. Мне вот прям, мне прям джаз, вот этот джаз меня он всю жизнь бесил и раздражал, вот как музыка, я прям не понимаю ее, она вообще совсем-совсем не мой стиль. Вообще совсем не мой. Я еще могу какой-нибудь понять, там, Мулен Руж какой-нибудь, там, ближе вот к такому стилю, но джаз это прям вот эти все, вот эти вот, которые саксофоны, все вот эти, или как они там называются, не знаю вообще. Может быть, у меня какая-то ассоциация с детства плохая с этой музыкой. Может, что-то меня били под эту музыку, я не знаю. Спасибо за подписочку. 13? Ого. Ладно, я тут не спою.
еще один трюк, но там нужно прилипнуть хорошо. Я не знаю, сейчас, наверное, сорвусь и грохну. Планер в шпагате точно буду делать. Сейчас еще раз его попробую, только нужно красиво из него выйти. Сашка, чмоки, смоки. Спасибо, спасибо. Надеюсь, они будут под стиляк, да? Короче, вот этот еще шпагат нужно. Шпагат вот этот нужен. Спасибо. А как этот шпагат называется? Вытянуть флаг с тюльпаном. She's
хочу его куда-нибудь ставить еще. По факту у тебя не 18 сантиметров. Ну да, у меня вообще нету ни одного сантиметра. Так, надо записать просто. И в самом начале его сделать, чтобы, если я не вытяну, то, ну, это я бы не вытягиваю в основном из-за скользких рук. Вот, это только в начале делать нужно. Так, вот у меня какие списки получились. Списки. Что еще надо мне делать? Так, дальше. Блин, уже девчонок пора запускать, наверное. 58 минут, еще 2 минуты есть. Займет время танцы и танцы. Вот. Запускаю группу, уже время. 59 минут, еще 1 минута есть. Звук я убавляю, чтобы вы мне не мешали. Нет стремнёв. Мои девчонки уже все знают. Ребят, сейчас перерыв, слава богу, у меня экзот опять нету. Есть время отработать. Так, почем занятие? По-моему, сейчас 350 индив стоит. По-моему. Куки. Будет, но потом дети будут в час. И все.
Что с волосами? Расчесаться надо, наверное? Сейчас расчесусь. А где моя расческа? Кто украл мою расческу? Кстати, мне нужно звук прибавить. Рот утре. Сейчас. Нормально? Клин? О, ноу. Тренер по растяжке говорит, что при прогибе нужно втягивать живот, чтобы избежать. Такого не говоришь. Потому что не слышала о таком. При прогибе нужно втягивать живот. Я слышала, меня обучали такому на пилатесе. У меня стрейчинг для полдейтеров, поэтому нам нужно прогибать живот. Вот. Это я, извини. Окей, мне нужна расческа. Блин, мне сейчас сказали, что там статика будет. Капец, я так расстроилась. Я расстроена просто до невозможности. Так, где моя расческа? Кто мою расческу украла? Пилатес. Ты был, да, на это выступление. Ну, я же обещала, что я выступлю. И мне нравится такое. Я не люблю соревноваться, но я очень люблю выступать. Пила на все. Мои агрессоры еще тут. Я думала, уже покинул нас. Он обычно нас бросает. Вот расчески. Так, значит, мы учимся на статике, да? Все купила, ребят. Я это сейчас принесу вам, покажу. Покажи нам класс на стрим, прям физух. Так я же не физух. Мне же нихера не получается, как ты можешь меня просить, потому что я лох. Я знаю, что ты любишь физуху, но я лох. Я лох. Мне нужно для этого очень много учиться. Я покажу вам куртку, а не класс.
Это лаги? Да, я видела лагарию. Не влезешь в нее? Не, нормально. Она, кстати, из XS. Вот. Короче, теплая куртка. Правда, дороже, чем я планировала, но мне очень понравилось. Вот. Короче, закручиваем статику. Ой, в динамику. Бай-бай, динамика. Будем сейчас работать на этой. Ну, вы поняли. На статическом пилоне. Все просрали. Кто просрал? Мне жопу не видно. Проверка стоит. Я думала, телефон выключается. Вот засранец этот, Samsung. Я специально купила длинную. Так, нужен танец. Блин, это я еще сегодня утром делала все заново переделать. Триндец. Может быть, мне экзотом станцевать и все? И забить. Забить на них большой хрен. Мой рост 1,68 м. Кстати, у нас опять лантерна нету, да, с утра? Он по субботам где-то шарится. Вверх станцуй. Станцуй стриптиз. Не, я же тренер по полдэнсу, я же не могу так. Нет, так не пойдет. Да ты достал с Криса своей силовухой. Ты же мужик, давай силовуху херячи. Я женщинка, мне он шпагатики, пластика, мне норм. Перекусим и пошли. Так не пойдет, агрессор.
ногами вы пузо наеду. Не люблю. Так, нужно собраться, у меня осталось 45 минут. Все, сделаем, да? We'll be right back.
что такое? Что случилось? А что так чат стоит? А. В чатика так мало пишет, у вас мало людей. А сколько у нас людей? Леся, у тебя хорошо получается импровизационно, да зачем что-то готовить? Нет, тяжело получается. Плохо получается. Это плохая идея. Вот. Плохая. Стоит не только чатик. Да на что тут стоять-то? Леська лох печальный. Печальный лошок. Смотри, что-то от этого сил нету, надо куда-то силы брать. Мне нужен этот. Ух, вот так надо сделать. Какие трюки на статике сделать, значит? Пойду шорты переодену. Сейчас будем трюки на статике пожинать. Нет, надо покушать. Да я уже пожралась. Все. Три. Thank you.
Экзот. Попробуем. 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 Если не получится, то без камы. Пилон. Вот, Сашка, привет.
Я только полчаса назад узнала, что мне нужно готовить танец на статическом пилоне и на динамическом. Пипец, у меня сейчас стул расплавится. Что? Привет, привет. Так, теперь нужно выписать трюки, которые я хочу на статике, блядь. Материться нельзя, Сашка пришел, он ему не нравится, он говорил. Ой, я это вслух сказала, пойду по трени лучше. Так, нужна какая-нибудь статика. Сейчас я попробую. Буду пробовать. Экзот и попробовать совместить с какими-нибудь трюками на статике моей ненавистной. Ой, как громко. Все мировое сообщество так и говорит. А? А? Что? Олесин мат очень при... А, спасибо, блядь. Ой, ну прекрасный же. Thank you.
Я уже умираю. Я уже умираю. Капец. У меня нет выносливости, я как будто курю. Блин, ребята, как я буду танцевать? Блин, блин. Нет, я сытая. Мне просто нужно... Я задыхаюсь. Я тупо задыхаюсь. Нет, просто в нашем части не матеряться. Кроме стримера. Я даже танец не могу танцевать. Либо мне нужен темп поменьше, куда еще медленнее. Жесть. Что делать, а? Я ублюдок. Я слабое существо. I'm disappointed. Не могу даже полноценный танец. Мне, короче, нужен либо мини-танец. Так, я уже знаю, что я буду делать тогда. Ну, как обычно. Нет, Саша, у меня вполне много энергии. Просто дыхалки не хватает. Ой, у нас в чатике хейтеры. Ребят, валите отсюда. В смысле... Не нравится контент? Не обращайте на него внимания, игнорируйте. Ну, может, конечно, вы захотите что-то там еще сделать. Пописать маты в чат. Наверное, это вас утешает. Такой написал. Бля, как у меня классно. Тут ваши мурашки побежали от кожи. По коже. Так. Я зашел посмотреть на щенят, а тут девушка какая-то. Ну, у меня не написано в хэштеге щенята и все такое. Щенятки дома, а я работаю. Вот. Ладно, сейчас отдохну немножко, это очень красное. Блин, реально тяжело. Мне очень тяжело. Трюки, трюки, трюки. Я ненавижу все трюки, в статике смотрятся калечно. Просто отвратительно. Что делать? Ладно, музыку я хрен с ним подберу. Сейчас нужно отработать движение. Ты решила экзот танцевать, что ли? Не знаю. Да, наверное. Я экзот вообще не танцую обычно на выступлениях. Хотя танцую, наверное. Ну, короче, я выбираю еще. Вот. Выбираю. У меня еще время есть до завтра. Я смешная. Так, ты просто слабая. Ну да, я знаю. Этот танец мне настолько важен, необходим. Да, я давно уже нигде не выступала, очень хочу, и я пообещала. Не хейт, объективное движение, моя позиция. Стример, я не употребляю матерные слова, моя позиция, я ее высказала, спасибо. Ага, понятно. Круто. Рада, что ты остался выслушанным. И тебе, наверное, стало легче. Подкачайся. Так это то, что я и делаю сейчас, я же подкачиваюсь. Олеся Сережа не попадет на мероприятие? Нет, она вообще забила хер со своими... Она мне в Телеграме не отвечает, зато умудряется в группе в Телеграме. Она мне добавила в группу своих косметики вот этой. И всучивает всем. А мне даже в Телеграме на сообщение не ответила. Вот. Позиция хорошая, но такой же ли хороший вкус жопы братишкина? Вот типа жополис? Ой. Ой. Так. Все, идем... Идем попробуем под другую песенку, если что, сниму каблы, попробую попробовать без кабл, может быть, все-таки пропрет меня на какой-нибудь, ну, без кабл танец. I'm not tired.
сейчас сдует. Никогда не ваши танцульки трек. Да-да-да, именно так. Что за мероприятие? Отчет на концерт вот этой вот студии. Вот. Завтра все напишу. Где и когда. А, слушай, Good Chris, да, с твоей стороны реально с карты нельзя задонатить. Вот. Поэтому, ну, можно только не через карту, всякие там PayPal, Яндекс и WebMoney, короче, из-за всей херни, кроме карт, можно. Вот, это мне сказали, у них там пока в течение там 2 месяца точно с карты именно вот этого региона, как я понимаю, ну, короче, что-то такое. Вот. А, так, все, идем дальше. Чтобы силы были, надо больше кушать, я уже поела. Все, идем в музыку выбирать, мне нужно выбирать музыку. Спина нужна, это уже отдыхать надо бы, но ничего.
Дресня. Дресня полная. Какашка. Какашка. Что-то кал какой-то заиграл.
Придумала, что я буду делать на статике. Я вот буду на статике эту херню делать. А вот это вот, которое я сейчас сделала со шпагатом. Сейчас. Сниму эти каблучки. Ой, блядь. Блин, не матерись, Олесь, надоело. Ты очень... Да не понимаю, ничего не получается. Я танец должна была налегке сделать. Видите, сколько я уже времени на это потратила?
и бедные стрипы. Мне нужно было одеть на них что-то. Гляньте, все черное, блин. Заморала стрипы. Здесь очень чистый пол, блин. Очень чистый пол. Трындец какой чистый. Фух, чей-то вон носок еще валяется. Это не мой. Я не устала, ребят. Если вы думаете, что я устала, это неправда. У меня еще до хера сил. Просто мне не хватает как будто бы дыхалки вообще. Не знаю, чего мне сегодня не хватает. Настроения, вот. Мне не хватает, знаете, вдохновения. Мне нужно вдохновение. Как по-английски вдохновение? Для начала надо ходить на них научиться. А зачем такие те... Это для танцев. Чем выше каблук, тем типа ты считаешься более профессиональным экзотом. Новички в таких ходят. Вот. Становую. Раньше делала 40-50, сейчас уже давно не делаю. Добрый день, милая Леся, привет. Так, уже пора детей запускать. Правда, что ли? А я про что написала? Ой, это... Тебе надо... Мне танец нужно готовить, и в данный момент нужно вдохновение. Чем мне мой поможет муж сейчас? Пятерочку? Нет. Я не хожу в пятерочку на таких каблуках. Да какой секс? Вдохновение. Inspiration. I need inspiration. I need inspiration. Inspiration. Вот так. Кончились эмоции, Леся написал. Да, это, наверное, оно, да? Спасибо тем, кто считает, что я еще молодец. Все, боже мой, все, пора к детям идти. Ребят, если у меня еще останутся силы, я через час включу. Не знаю еще, Саш, не уверена, буду в них выступать или нет. Еще, видите, вдохновения-то нет, мне нужно выбрать музыку, танцевать танец, хотя приблизительно, что я буду танцевать. Блядь, все болит. Сиськи? Да мама не отдала сиськи, все себе забрала. Вот, я не довысасывала из нее сиськи. Я приеду на стримфест, уже зарегистрировалась, скоро там обновят информацию. Вот, Сашка мне спасибо за текст накидал, я там его переделала вначале. Вот, короче, под себя, как мне нравится. И там фотку поменяла на главной. Вот, так что я приеду на стримфест, планирую быть в Москве на подольше, потом еще поеду к маме. Короче, я планирую поездку, когда я поеду на стримфест. Почему я не выгнали? Я ничего не слышу. А что это было? Вы видели что-нибудь? У меня только в ОБС алерт. Я не вижу алерт, ребят. А что это было? $10 кому? За что? От кого, в смысле? Кто это за мажор? Рамштайн Соне. Меня очень вдохновляет. Good Chris? От кого это? 1000 кристалликов. 1000... Ну... Да, девочки, можете заходить. Спасибо, Not Blaster. I need to work. У меня тут ЦП. Дети. Маленькие дети. Сколько вас там? Трое? И все? Больше никого нету? Хорошо, сейчас начнем.